На северском участке фронта проходят бои тактического уровня. Хронологически рассмотрим развитие событий. Российские войска после сентябрьской мобилизации завладели здесь инициативой и в ходе нового наступления на Северск пытались окружить Белогоровку, обойдя ее с флангов, так как атаки в лоб из-за очень сложного рельефа успеха не приносили. Наступление с Кременной в лесных массивах было довольно успешно, и ВСУ было отброшено от важного города на несколько километров. Одновременно с этим создавалась угроза Белогоровки с фланга. ВСУ удалось тогда стабилизировать линию фронта, которая уже несколько месяцев с тех пор не менялась. Вклиниться глубже и тем самым зайти в тыл Белогоровки не удалось. На другом фланге наступление велось в Золотаревке, и российским войскам удалось довольно сильно углубиться по открытой местности, создав серьезную угрозу снабжения Белогоровки. Однако затем ВСУ перешло на этом участке в контрнаступление, оттеснило противника до Золотаревки и уже долгий период пытается взять это село и выйти здесь на трассу Т-13-02. В свою очередь, пытаясь ослабить натиск на Золотаревку, российское командование перекинуло сюда резервы и вынудило отступить ВСУ, которые наступали с Белогоровки, тем самым сняв оперативное окружение Золотаревки. Российским войскам удалось зайти на территорию фильтрационной станции, которая расположена близко к Белогоровке. В ходе боев последнего периода ВСУ удалось выбить отсюда противника и снова начать наступление на Золотаревку с этого фланга. Рельеф на этом участке сложный, и обе стороны испытывают недостаток сил, в связи с чем изменения линии фронта происходят медленно. Утеря Золотаревки не может быть допущена российским командованием, так как этим ВСУ выйдет к трассе Т-13-02 и сможет продвигаться далее по ровной местности, заходя в фланг главного форпоста сил РФ здесь, Лисичанского НПЗ. Далеко на юге, в окрестностях Угледара, ВСУ удалось после форсирования небольшой реки Шайтанка зайти в Новодонецкое. Бои здесь не стихают последние 3 дня. Российские войска пытаются не допустить дальнейшее продвижение противника, так как это может создать уязвимый участок для ударов оперативного уровня. Попытки прорваться на этом участке ВСУ предпринимало ранее в основном у Никольского. Главная задача здесь – выйти на важнейшую железную дорогу на участке Донецк-Волноваха, через которую снабжается вся группировка войск РФ в Запорожской и Херсонской областях. В случае перерезания этой артерии единственным путем для снабжения станет Джанкой, что поставит войска в уязвимое положение, особенно учитывая наличие у ВСУ дальнобойных ракет, которые наверняка будут задействованы затем для срыва поставок с Крыма. Потому борьба за ЖД-дорогу к Волновахе является приоритетом обеих сторон. На островах реки Днепр продолжается продвижение ВСУ. Судя по всему, им удалось создать здесь серьезный перевес в пехоте, и они практически без сопротивления берут под контроль все больше территории. Где именно планируется десантная операция, судить сложно. Российскому командованию приходится держать резервы на растянутом фронте от Новой Каховки до Кенбургской косы, так как ниже Каховской дамбы русло реки становится намного уже, и форсировать реку здесь многократно легче, чем выше по течению, а затем и навести понтонные переправы. РФ пытается ослабить противника здесь, широко применяя ударные дроны и управляемые бомбы, однако остановить противника не удается. В первую очередь из-за преимущества ВСУ в дальнобойной артиллерии. Химарсы и 155-мм артиллерия оказались эффективнее в такого рода противостоянии, где РФ не может использовать свое преимущество в авиации. На этом выпуск подошел к концу. До свидания.